Всем здравствуйте. И это снова я. Слава умирает. Я не выздоровел до конца. А я обнимаю подушку. Итак, Слава начинает играть. Тут осталось всего зеленый дома. Луч. Инопланетяне хотели забрать. Все, молчу. Чего, нормально? Наоборот, весел. Жизнь, он не самый веселый стал, чем я. Весел. Ох, смотри, какой веселый мир красочный. Что ты видишь в этом черном экране? Это как Малевич, так и почти. Почти Малевич. Да, сейчас того. А их всего 7, я так понял. Серьезно? Ягода же спать. Спойлер, ягода. Он сейчас умрет, спойлер. Нет, не умрет. Свет наверху. Это визуальный эффект. Ты зачем прыгаешь на них? Ты дурак, что ли? Тут можно. Ой. Там тайная комната. Гарри Поттер. Secret area found. Secret area found. Ты почему не собрал? Ты что не собираешь? Я вообще не понял, что тут происходит. Надо сохранить, потом играть. Ой, там смотри, там какие опасные. Я вообще не понимаю, что происходит. Не вникаю. Двигайся, двигайся, просто двигайся. Сейчас умрёшь. Нельзя. Ну и все. Да как так? Ну понимаешь, вот падаешь, и он назад не возвращается уже. Типа все, гейм овер. Давай, 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 давай. Все, подожди, притормози. Дышись. Соберись. Молодец. Ты что ты делать-то будешь? Ладно, спасибо. Отстань, прыгающий по фокусу. Я не могу, у меня под одной кнопкой и прыжок, и вверх смотреть, джойстик. То есть я не могу, либо я стрелять должен в одно место, либо прыгать. Ну, я неудобно смотрю. Конечно, миссии еще сложные какие-то идут. Конец близок. Все равно конец. Блин. Я все не могу понять, зачем ты это делаешь? Что это такое? Это типа зона глюка. И мне нужно восстановить справедливость. Назовем это так. Каким образом? Ой-ой-ой. В общем, мне нужно много энергии тут. Это красненькая розненькая, которая это энергия. А другие, похожие на плазму крови, они это... Они просто у меня забирают эту кровь. Угу. А вот это что за шар красивый? Помнишь, мы фоткались таким? Да, его нужно зарядить, а у меня не хватит энергии. А не хватает. Странно, очень странно. Это как бы глюки в мира и... Не, с этим джойстиком вообще невозможно. Ты говоришь, что удобно? Стрелять? Я никогда не говорю, что стрелять здесь удобно. Я не говорила, что стрелять. Я говорю, ты просто говоришь, что удобно. То есть, нет, ты говорил, что стрелять удобно. Я не говорил, что стрелять удобно с джойстика. Никогда. Ты в эту игру взял, и когда я начал стрелять, говоришь, ой, ну удобно стрелять. Не знаю, кто себе такое говорил, но это был не я. Ой,
Это мозг. Да, выпал. Достану и повешу вещи. Хорошо, спасибо. Ты сможешь пройти теперь? Да, он насквозь проходит этот камень. Я думаю, это мозг. Хрен, это классно. Вообще шикар. Хо-хо-хо, у него не получается. Шиндера. Теперь мотик. Шики его. Еще одно сердечко, ты живешь. Ого, сколько их там, ты посмотри. Выжигаю, просто полностью выжигаю. Почему это оружие закончилось? Не справедливо. Ты видел, как это монстр? Да, видел. Ничего страшного, бывает. Нас еще бей. Это хоть спроси, как ты понимаешь, куда тебе надо. Никак, да? Это никак. Просто летаю тут. Ты плаваешь. И опять туда. Да, не конечно. Сюда нужно. Стопудово. И опять, наверное, не туда. Да, опять не туда. Ай, аккуратно. Ты опять тоже не туда. А нет, уже он как далеко заплыл. Он спустил воду ему. Чтобы открыть того. Да, за дверь. Так что за потом писк какой-то? Ну, чё, не писк что-то. А, так нет, это просто какой-то звук. Ну, не так. Я хочу наверх пойти посмотреть, что здесь. Ой, ты страшно. Уверен, что ты хорошо идти? Я разрыватель врагов. 3000. 3000. 228. 228, тот сам. Как там, 14.33? Или 12? Ну, вот это вот ваша контрастка. 1.337. Ну, блин, я была близко. Там 3 же было. 1.337. Ну, вот, видишь. 1.4.88.
Да, ты только такой знаешь. Ну, кого что знаешь? Ничего плохого в этом не вижу. В чем? В 1-4-8-8. Ты специально под ягодкой? Нет, я не специально. Фига, они просто дикие ягоды. Тебя по-зрыски устроишь. Мне не нравится эта игра, она слишком жестока. Ай, собрал бы ты риску в этом лесу. С тобой одновременно всякто. Блин. Это жестоко, просто жестоко. Это реально жестоко. Они уже кидают в меня. Да, они уже. Они уже меня ненавидят. Ой, не страшно сделать. Ты посмотри на это. Шесть, ну и дикий он. Сейчас я ему хвост отстрелил. Сейчас он тебя сейчас прыгнет. Стоит. Так, ему попу отстрелил. Попу, чё? У тебя ещё жизни больше нет, ты посмотри на себя. Ты посмотри на себя. Ага. Она скинет с тебя и всё. Ягда же западёт. Ай, там же эти прикольненькие, не страшно, всё плохо. Ты посмотри, откуда ты начинаешь. А, жесткач, конечно. О, секрет. Ничего. Ничего, нет никакого секрета. У них нет секрета тебе. Внизу какой-то секрет, видишь? Вон там, под лесенкой. Как туда попасть? Может, с другой стороны, видишь, там справа пропуск. Может. Так тут просто можно пропрыгать. Хоть радуй, что тут нет никого. Посмотри, это нереально, реально дверь. Когда это закончится? Это при том, что я еще ни одного фрагмента не собрал. Ага. Их 4 должно быть. Меня отжарил какой-то оранжевый кот. Опять меня отжарили, как так-то. Очень смешно, да.
Такая подпалась, подпалась. Что ты грустный? Это шикарно, еще и взорвали меня. Уроды. Там столько здоровья у меня было. Они взяли и взорвали. Опасность, опасность. Блин, ну и сложность. Спокойной ночи. Хорошо. Нет, прямо не сладко. Нет. Да, что-то не захотелось мне. О, я прошел уровень. Тут не нужно было собирать ничего. Все, последняя красная точка? Да. Ну. Все, ну. Не пойдешь. Он вообще не двигался. Ну, вот это же она и есть. Чисто уровень, который даже проходил. Да, это тот же самый уровень. Ну что за фигня? Вот. Он у меня красным отмечен. Кто? Тут написано, что я 1% прошел. Здесь типа ничего не прошу, красное. В это ты не играл раньше. Он мне его не засчитал. Почему не засчитал? Ты процент же написал, не засчитал. Так это то, что я сейчас собрал 2 алмазика. Да? Так 68 должно было быть. Нашли себя? Ну и не говори. Что, заново что ли? А мы больше собираешь. Я сейчас попробую очень быстро все пройти. На скорость. Секретная область какая-то должна быть, я так понимаю, сверху. Да, не очень-то она и секретная. Проходи тут всякие эти
Да, вот такие вот штуки проходят долго очень. Да я не скажу, что джойстиком это удобно делать. Ай, умирает после этого. Фух, тяжело. После таких багов, конечно же, вообще не хочется играть. Забагованная, конечно, игрушка. Но с прохождением уровня я не думал, что будет такой баг. По-моему, я ж направо прыгал. Уже. Максимально быстро просто попробую пройти. Что произошло, я так и не понял.
не понимаю просто, как тут. Ноль здоровья, отлично. Где там дополнительную жизнь-то я брал, я уже не помню. Здесь, помню, тяжело было. Не то чтобы тяжело, но долго. Причине все равно там здоровье отнимает. То есть, если умираю, то все заново нужно проходить. Отлично. Даже не... А красиво, какой цветочек. Что такое, какой цветочек? Покажи. Ну все, я не под него вижу теперь. Там может быть красивый цветочек, но я его не увижу. Дурацкая игра меня убивает.
Ты какой раз уже проходишь? Третий. Серьезно? Да. А тебе не лень? Ну, пока что нет. А почему она не считает это просто? Там меня просто убили. И она сказала, за тебя убили, поэтому давай перепроходи все заново. С самого начала? Да. Красавец. Ну, зато ты уже набил рук, смотри, проходишь. Да как-то не очень. Ну, в этой игре, да. Да, жаргончик у вас, мадам. Как у настоящего джентльмена. Улеть. Там где-то что-то есть. Вот я вот чувствую просто. Не, нет. Показалось. Да, отлично. Ой, какая прелесть. Ну что, мне это не подойдет, что ли? Так она выглядит на 20. Ой. Покажите мне их всех. Электрическая вода. Мило. У тебя все мило. Умрите, милые твари. Милые, милые твари. Ой, блин, нет, я туда не пойду. Фантастические твари где они обитают? Это разработчики фантастические твари. В этой игре обитают. Это прожигающие просто все нахуй. Ну уже, я ж запрыгивал такой. О, мое самое нелюбимое место. Застрял. Это оказывается бета. Бета-версия. Игра твоя? Да. 0.65, то есть она недоделанная. Сырая. Как в нее я играю вообще? Ну. Прикольно.
этим мужиком он играет. Мне тоже нравится. Мы с ним, да? Сосед слушает на лестнице. Ну, если только на лестнице, да, то такая слышимость может быть оттуда. Все, последний этап сейчас будет прохождение. Он же самый сложный. Вон где эта дополнительная жизнь. Мне она понадобится. Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Вот, ты стоишь просто на чем-то непонятном. Ой, все, слушай, сейчас тебя же опять шляпнет и все. Вот. Я, конечно, не хочу нагнетать, но... Все давно, все давно, все, все, все. Непроходимый, да? Ну как я вот с первого раза взял да прошел, и мне еще не засчитали. Блин, он такой меткий. А вот тут сердечко есть. Давай еще раз. Прям подать. Блин. Чуть-чуть правее, все. Пулемет какой-то. Меня отдача унесло. Блин, может, могли слышать, просто там слух передать. Да, скорее всего. Вот это мега сложная зона. Ого. Твою ж. Вот выход. Вот стик один убил, только 41, секрет один нашел. Продолжить. И какого хрена? Может, ты что-то не проходишь просто? 41%. Ну ладно, не, я пойду посмотрю в интернете, что это все означает. Все означает. Далеко как ты занимаешься?